В этом году молодежный ресурсный центр города отмечает свое десятилетие. За это время организация поспособствовала становлению молодого поколения, обретению своего места в обществе, не оставаясь в стороне от проведения общественно значимых мероприятий. Молодежный ресурсный центр в Семее был создан в 2013 году. За 10 лет организация стала основным связующим звеном для молодежи, местом, где рождаются новые идеи, различные инициативы, объединяются волонтеры. При поддержке отдела внутренней политики города Семей был организован праздничный концерт, посвященный десятилетию молодежного ресурсного центра. Для молодых людей мы организовали праздничный концерт. За 10 лет было организовано множество мероприятий. Мы провели ярмарку вакансий совместно с Центром карьеры для безработной молодежи. Прошел турнир по футболу. Подытожили все эти мероприятия мы сегодняшним заключительным концертом. Молодежь – символ великих мечтаний, надежд и чести в любой стране и в любые времена. Молодые люди нашего города не остаются в стороне от общественной жизни. Представители молодежи, получившие признание за свои дела, были награждены благодарственными письмами от имени акима города Семей. Кроме того, для поддержки молодежи вручается письмо акима города. Мы считаем, что это оценка труда, которую проделала молодежь. Ресурсный центр является одним из учреждений, созданных для поддержки молодежи. На данный момент его деятельность приносит свои плоды. Нашей области исполнился уже год, также ресурсному центру исполняется 10 лет. Мы приняли предложение молодежи отметить десятилетие молодежного ресурсного центра в городе Семей, центре области Абай. Сегодняшняя творческая молодежь продемонстрирует свое искусство, а на Арбате будут представлены произведения местных артистов. В рамках праздничного концерта юные артисты представили свое творчество и удивили публику своим выступлением. Также для жителей и гостей города были проведены специальные розыгрыши и вручены ценные призы. Малика Мухтарова, Назирке Муратгали, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».